Меня зовут Хайкина Ирина Борисовна, мне полных 49 лет. Работала я до этого на производстве пищевом, я технолог хлебобулочных изделий. Сами знаете, какие у нас производства. Производство в основном все идет на руках, вручную, на ногах. Отработала там лет 5 на этом производстве, потом технологи стали никому не нужны. И я попала в ресторанный бизнес. 17 лет отработала в ресторанном бизнесе. Так как там тоже есть банкеты, надо было передвигать тяжелые столы и стулья. Это все за годы накопилось. У меня образовалась киста межпозвоночная. Это не поясничный отдел. Эта киста потом перешла у меня на левую ногу, и у меня появился артроз. На лодейной кости, там как раз наступать на ступню. А с этим артрозом я промучилась где-то, наверное, 4 года. Я забыла, что такое каблуки. Покупала себе обувь только как вот бабушкина галоши, так скажем, чтобы нога, она раздувается к вечеру очень сильно, почти в разы. И надо было носить обувь удобную, которая такая вся без каблуков, такая некрасивая, объемная, как галоши. А когда я познакомилась с Баду Митиньши, мне очень понравилось то, что, во-первых, это происходит незаметно. Из Бада в Тиньши я принимала чай, хитозан, кальций, цинк. И за 2 месяца я забыла, что такое хромать. Потому что когда идет артроз, это очень больно. Во-первых, ты хромаешь, это невозможно наступить на ногу. Ночью мучаешься от того, что нога горит, и надо ее перекладывать на холодное место в постели. Это практически плохой очень сон. И вот когда через 2 месяца у меня пошел результат, я спокойно стала ходить. Я ходить стала, как обычно, я хожу очень быстро. Меня перестали мучить боли. У меня ушла вся опухоль, шишка, которая там образовалась, тоже ушла. Конечно, артроз до конца он не вылечивается, но, по крайней мере, очень хорошо поддерживается. А цинк, он великолепно сказывается на коже, на глаза. И вообще, это очень хороший витамин. Прекрасно тоже стал себя чувствовать. Не стало такого чувства усталости. А через 4 месяца я со своим артрозом стала на высокий каблук. 7 лет я их не носила, потому что не могла. Вот. И сейчас чувствую себя очень великолепно. Раньше с БАДами я была не знакома. А здесь по совету попробовала. Улучшается состояние. Лучше себя чувствуешь. С глюкозамином я пила витамины. Они прекрасны для суставов, тем более с моей больной ногой. Вы знаете, все-таки здоровье – это очень важно. Тем более, если больные ноги, это вообще еще важнее. Обезножить хуже всего. Поэтому БАДы мне помогли очень и очень хорошо. Кальций у меня помог в том, что у меня улучшилась память. Я раньше как-то запоминала, какие-то моменты у меня выпадали. Например, идешь из спальни на кухню, приходишь, и не помню, что мне нужно было. А сейчас у меня такое уже не наблюдается. Тем более, это все чистый продукт, это все на травах, на натуральных. Никакой химии нет, привыкания нет. Но чувствуешь себя хорошо, тем более при моем возрасте. У меня здесь хитозан, цинк, и здесь у меня кальций. Это самые мои любимые продукты из Тиньши, которые поставили меня на ноги.